Так, вроде спал на кровати, проснулся бомжом. Что-то она не сходится как-то. Так, где мой коник золотой? Коник, коник. Коник сюда. И дальше по кругу задания. Так, где у нас? Давай вот этот. Что у нас тут? Мэри Линтон. Мэри Линтон в своем письме попросила вас о помощи. Если я правильно помню, это Мэри Линтон, которая была в полицейском участке, которая беседовала с шерифом. Ну, погнали к ней тогда. Так, давайте второго с собой коника возьмем. Нужен он, наверное? Ну, не знаю, нужен будет, не нужен. Ну, вдруг пригодится. Туши какие волочь. Может, большая дичь попадется. Тут меня кругами какими-то тащит. Навигатор. Так, конечно, очень красивая игра, красивая. А, жаль не передать мне это, вот эту красоту, учитывая того, что у меня тут заморочено со съемками. А, записываю видео на флешку в Xbox, звук записываю, озвучку на планшет отдельно. Обрабатывает все на планшете, и как бы вот итог не очень получается красивый. Ну, пока других вариантов нету. Думаю о варианте, чтобы через карту захвата это делать. Но это в будущем. Так, давайте-ка томагавков посмотрим. У нас же что там с томагавками было. Так, у тебя что тут есть? Где томагавки были? А тут у меня нет томагавка. Тут нету. Нету, здесь я нету. Здесь я. А, вот у меня томагавка. Так, а почему один? А, непонятно. Ну, ладно. Посмотрим по томагавке. Слушай, я видел где-то бумеранг. Да, да, давай, так, покажи мне. Что у тебя есть в наличии? Так, 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 так. Стрелы надо купить обязательно. Стрелы обязательно. А томагавка тут я не вижу. Где-то я видел, но буду вспоминать. Так, где? Все, спасибо, пока. Сюда я пройду, вот, а? Широкий, что ли, самый такой, блин, а? На всю деревню, ну. Кабанчики бегают. Это ладно. Так, коновязи тут нету? Лошадей привязать. Не вижу. Ч
Что-то домик похоже. Не домик ли этот ограбить надо? Сейчас-ка я посмотрю. Крылечко, свиноферма. Так, где-то у меня было тут ограбление свинофермы. Не тот. Не тот. Ну ладно, чё ж. А хозяюшка, есть кто дома? Эй, открывай. Yes. Well, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton, a caller for you. Hello, Arthur. Mary? I heard you and your friends was around. Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, you've been... you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. My family... I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but... I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Where is it? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area. I just want him back, Arthur. Мэри, да? If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. Let's go, girl. Так, ну что ж, идем спасать младшего брата. Я так понимаю, это его бывшая подруга, которая не приняли его в семью. Так, где он? Так, не приняли его в семью, типа не годится он для них. Так, это вот это, да, наверное? Мэри Линтон. Так, Мэри Линтон, нужна ваша помощь, чтобы увести ее брата Джейми из секты под названием Чешуисты. Ну хорошо, что не похуисты. Так, и вернуть его домой. Ну, погнали, чё ж. Погнали. И по дороге будем смотреть какую-то крупную дичь. Лагерь-то надо кормить. Так. Так, что за пробку создали тут? Давай, газуй. Какие-то закоулками ведешь, не понимаю.
Вот и дичь, вот и дичь. Че, кто там такие-то? Хоровы, что ли? Так, кстати. Не понял, кто такие. Сейчас посмотрим. Дикие коровы, что ли, какие-то? Ну-ка, давай посмотрим. Там какой-то чувак стоит, непонятно. А что это за зверь такой? А это бараны домашние, что ли? А, вапити. Вапити. Что за вапити? Крупные бараны, видимо, если на седло даже не берется туша. Блин. Забыл скрыть, чтобы не показывать это. Что он творит. Так, шкурку забираем, отлично. Скалистые вапити. Жирники вапити. Так, где еще? Шкурки заберем, может, сбадрим. Также мы мясо взяли. Так. Ну, коник, отойди ты, ё-моё. Так, снять. Да ё-моё, конь подошел, блин. Так, как отвернуть камеру, чтобы не видно было, что он там делает. Опа, шустро, молодец. Вот это я понимаю. Скорость обработки. Жирники такие. Так, ну погнали дальше. Можно будет там мяско жирное нажарить потом. Это дичь мало мне прибавляет всего хорошего. Опа, крепость такая, смотри. Чё за крепость? Так. Это интересная крепость. Так, можем посмотреть, полюбопытствовать, подойти. А, вражеское, что-то красное там все. Уходим, уходим. Уходим, уходим. Без палева. Что-то у меня навигатор вообще какой-то буйный. Ведет криво все куда-то. Чё ж все поперек дороги-то прешь-то, а? Один и тот, походу, везде. Везде поперек дороги идет он. Давай, родная, не подведи. Давай, 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 давай. Так, вот сюда. Чешуйния. Хорошо.
пойдем поговорим с ними. Так, оружие у меня, чё с оружием? Прям пока разговаривает, мне оружие не взять. Так, давай, ладно, пока за конником поухаживаем. Пока он разговаривает, мне оружие не взять. Так, давай покормим. Так, ничего не прибавляется, да, бонусов? Блин, я оружие не могу взять. Я что, не понимаю. Я хотел лук взять. Никак. Не понимаю, почему. Может, уже как бы... Вы что, больные, что ли? Вы что? Встать смирно, вольно! Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Dut, dut. Are you always this negative and antagonistic, sir? Могу тебе морду набить. Так, предводитель, давай. Ответить нетерпеливо. Better than thinking these fools know a damn thing about paradise. Now let me take you home. You're a sad man, Arthur. You're a real sad man. Sure. Come home. Not a chance! Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! Yeah. Так, блин, погоня. Так, у меня шкура седла пропала. Алло. Так, не разбиться будет. Шкура седла пропала. Блин, еле увернул, блин. Не виду, в пропасть бы никакую не прыгнул. Так, чё, лосо его? Чё, надо лосо его кидать, ловить? Блин, мне еще и не догнать его. А я куда? Ах ты, паразит. Leave me alone.
Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur! I don't want to live anymore! Kid, just calm down. Leave me alone! Now calm down! Let's go see your sister. Okay. Okay. Так, умели нажимать. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? О, получилось, ё-моё. I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Yeah. Well, this wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. You didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Блин, из этого парня шкура у меня пропала. You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father? Nice man? He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something. All right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Hey, are you still with Dutch and what was his name? Hester? Jose. Yep, still the same, sort of. Here we are. She must be waiting inside. Блять, чуть не врезался. You're nervous about seeing her, aren't you? Hello. Где она? Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. I've
you're... Oh, you'll never change. I know that. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall.